В Туркестане начали возводить духовно-культурный центр. Он расположится возле мавзолея Кожи Ахмеда Ясауи. Вместе они составят единый архитектурный ансамбль. Комплекс займет 98 гектаров, на которых в будущем появится 8 культурных объектов. С ходом их строительства ознакомился первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, посетивший Туркестан с рабочим визитом. Сейчас Туркестан напоминает огромную строительную площадку. В ближайшие пару лет здесь появятся десятки новых культурных и развлекательных объектов. Безусловно, новый статус повлияет и на рост населения. Поэтому в первую очередь областной центр застраивают жилыми домами. Всего до 2021 года в Туркестане возведут 357 многоэтажек на 13 тысяч квартир. Мы подписали меморандум с южнокорейской и турецкой компаниями, которые готовы взять на себя строительство 88 жилых домов на территории административно-делового центра. Строительство должно стартовать в марте. Также планируется возвести 150 коттеджей. Сейчас мы определяем подходящий участок. А недавно возле мавзолея Ясауи снесли 44 старые постройки и приступили к строительству духовно-культурного центра. Он будет состоять из 8 уникальных объектов. Это научно-универсальная библиотека, туристический визит-центр, амфитеатр, музыкальный фонтан, музей и центр Ясауи. Не менее грандиозное строительство запланировано и в других частях города. За Павлодарской областью строительство ЦОНа. За Актюбинской области реставрация мавзолеев Ходжи Ахмеда Ясауи и Рабия Салтан Бегим. Северо-Кастанская область спортивная школа Олимпийского резерва. Жамбылская область визит центра историко-культурного заповедника Азрет Султан. Западно-Кастанская область музыкальная школа. Костанайская область дворец бракосочетаний. Строители заложили фундамент восточной бани, которую Туркестану подарит Акимат Кызылординской области. Ее построят по историческим архитектурным образцам. Строительство бани должно завершиться в октябре. Она будет рассчитана на 500 мест, 250 мужчин и 250 женщин. Площадь объекта 1400 квадратных метров. Восточная баня будет оборудована новыми технологиями. В ближайшие 5 лет в областном центре планируют реставрировать городище Культобе, открыть дворец спорта, стадион на 7000 зрителей и дворец школьников. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Хабар 24, Туркестан.